Ангельски поживши преподобная, постническим житием угодила еси Христу, и небесной радости причаститеся, сподобилась еси по скончании, тем же с горних высот призренаны, так отя величающая. Небе радостная, егда по рождении Твоем, принесу статья преславная, родителя Твоя во храм Господень, там обов купили крещения, от первородного греха мылася еси погружением, и мира священным помазанием Тя, яко отосры младую, иерей привил есть ко Христу, да поеши ему, вынесу избранными Его. Аллилуйя! Разумом свыше просвещенным и чистым сердцем Христови от юноси вручила еси себе предиславу, почасто во храм притекающий, в горнице во трудех присно пребывала еси, тем житя ублажаем. Силою Вышнего укрепленная, возлюбила еси преподобная, научение книжное, и тому прилежала еси. Мудрой же книжную постигши, паче прочих божественные книги избрала еси, и я же умудрите могут во спасение всякого человека, усердно почитала еси, слаци поющей Господеви, аллилуйя. Им однись, обитель Твоя, отроковицы, многие млады, научению книжному сдевданная, сего ради усердно молим Тя сихвальная, призрена Тыя, и умудри я во спасение, да Тя величаем». Писание, радость,
буре житейских бед и напасти бежавши преподобная, паче брака честно, житие девственное возлюбила иси, и от именитых женихов уклонилась иси от раковицы, да единому жениху небесному Христу поработайши, поющему «Аллилуйя». Слышала иси преподобная, я же апостол рече, глаголю безбрачным и вдовицам, добро им есть, аще прибудут, яко же и аз, аще ли жени да посягают, не оженивайся бо печеться, како угодите Господеви, и сему поревновала иси, тем же тя величае. Боготочию боящийся, не устрашилась иси Ефросиние, тяготы жития иноческого, кровь же оставши очей, в обитель притекла иси, и облещитя во ангельский образ, умильне игуменью молила иси, да не обязавшийся куплями житийскими, вынупить исподобшийся Христове, аллилуйя. Врача небесного молила иси сихвальная, да скорбь родителям от твоима, отшествие мучененная, на радость приложится. Оставила бы иси я преподобная, да Христове послужиши, и за родших тя молишися, тем же тя хвалим достойно.
проповедника Павла, и же рече, всяк подвязайся от всех да воздержится, послушающий в посте и воздержании, неослабно пожелай сей преподобное во обители, суесловие бо бегала еси, и песнями псаломскими назидающийся, молилась еси, и в добром изволении утверждающийся, вынупила еси, аллилуйя. Осия благодать в подвизах жития Твоего, Ефросиния всечестная, по некоем во времени во град полос приселилась Иси, и при храме святые Софии, в клетце мали подвизающейся, книги божественная приписывала Иси, и так о град теприсный, полезным учением напояла Иси, слышащий от всех таковая. Хотя и спасти тобою жены и девы многие во иночестве, Владыка Христос и цевага видения удостоитя преподобная, в соннем видении узрела еси себе Ефросиние, принесену в сельце в церкви Цеспасове и ангела терекшего, с дети быти подобает, ты же, абие от сна восставши, радость не пела еси, аллилуйя. Новое чудо бысь, той же бо ангел явися святителю Илии, повели ему дать и сельце то на вселение ти, и церквицу на молитву, еже и сотвори святитель абие, сия поминающий так отя величаем. Yeah.
ранний кров, узрев, радуется, и пришед покой си приемлет, и ты, преподобная, радости исполнилась иси, при церкви ценосельце водворившейся, соединою от инокинь, и ту основание обители твоей я сотворила иси, отнюда же Бога виднись, возносится песнь великая, вышних сугубо песнословие моя, аллилуйя. Вся весь Господь, и ничто же тайна, еже не открыется. Веды же всякое мужда человек изволение дарует, да изберет кижда путь жития, и яко же кто поживет, по житию кое гожды скончавшийся судит, я же памятующе так отя хвалим. Всемилостиво Господа храм во обители создала иси, и честными иконами украсила иси преподобная, с поспешествующей те благодати Божией, древоделя бо настроение церковное, некий глаз буждаше, на скончании же храма дивни плинфи многие обретошеся, я же зрящий со умилением пела иси, аллилуйя. Ведь и я мудрая была, иси преподобная, памятовала бы иси слово Христово, и же сотворит едину заповеди сих малых, и научит так о человеке, сей вели наречеться в Царстве Небеснем, и поучающей благочестию сестры своя, первей сия творила иси, тем же тя величаем». Спешницы в терпении, радость.
спасения ради и утешения Ефесскую икону Владычицы нашей Богородицы, и спросила еси и царя града преподобная во град Полоцк, обитель ино устроивши, тою иконою сию украсила еси, сестружа и две чери братния, Кириану и Ольгу, и на чиство обеты Христови обручила еси, и во обителях твоих во спасение управила еси многие, поющие Аллилуйя. Стеною крепкою от искушений явися смирение Твое, вся боти повеленное совершивши, яко рабу неключиму вменила еси себе преподобная, кротостью и тихостью нрава паче, златые бисера украсила еси душу Твою, тем же Тя величаем». Песнями восхваляющий Тя, терпению Твоему дивимся, преподобная, всякие бо труды и скорби понеши, последи во святую землю странствия прияла еси, иде же по желанию Твоему, и скончатися приведите, Господь, там, о Бог, к нему в старости мастите, и приселилася еси, подвиг добрый совершивший с песнею «Аллилуйя». Светозарная луча земли российские, аще плотью приставилася еси от нас преподобная, обаче духом с нами присно пребываеши, во храме тобою созданием молящийся и кресту о тебе устроено поклоняющийся, молим тебя, прими от нас сицевые хвалы». Радуйся, лампа.
благодати причастницы, усердно молим Тя, Ефросиня сихвальная, пролей теплую Твою молитву ко Всевышнему за сродный Ти дом царя российского и за всю землю нашу православную, да мудростью царскою и чистотою жития народного, яко черь избранная будет во языцах земля наша, и чады ея, да внидут в горние селения, поющий Богови, аллилуйя. Поющий Тя, яко заступницу нашу теплую, и накинем же девам обители Твоя, покров и утверждение, радуемся у Тебе, преподобная, и молитвами Твоими просимая приемлюще, с любовью величаем Тя сицы достойно. Всехвальная Мати наша Ефросиния Всечестная, моли за ны Господа и Матерь Его Пречистою, да укрепит наши немощные силы и во спасение управит, юные в чистоте соблюдет, девствующая укрепит в подвизе, во братцы сущие в любви и мире усовершит. Уврачует недужное, просветит омраченное, умершие простит, и вся в чертоге своя управит, и те же выну ангели поют песнь хвалебную. Аллилуйя! О всехвальная Мати наша Ефросиния Всечестная, моли за ны Господа и Матерь Его Пречистую, да укрепит наши немощные силы и во спасение управит, юная в чистоте соблюдет, девствующая укрепит в подвизе, во братце сущие в любви и мире усовершит, уврачует недужное, просветит омраченное, умершее простит, и вся в чертоге своя управит, и де же выну ангели поют песнь хвалебную. Аллилуйя! Обращенные, умершие.
ангельски поживши преподобная, постническим житием угодила еси Христу, и небесной радости причаститеся сподобилась еси по скончании, тем же с горних высот призренаны, так отя величающая». Преподобная и преснопамятная сихвальная мать Ефросиние, ангеле во плоти, богоизбранный сосуде Святого Духа, Церкви Христовой похвало и украшение, монашествующих слава и утверждение, Отечеству обители Твоей и всей стране помощи, покрови и защитнице, Ты, сияко древо насажденное, преисходящих вод, плоды добродетелей Твоих и благодатными дарований, Святаго Духа украшенная, наставница делом и словом, избранная, непорочная и добрая, услышанный молящийся Тебе и призывающая имя Твое, имаши бо дерзновение у Господа, и спроси на приспение в жизни добродетельней, огради сердца наши верою, надеждою и любовью и страхом Божиим, подай нам помощь в трудех и скорбях наших, и якоже попечение имела еси в житии Твоем, о обители Твоей и иночествующих,
так и ныне почися о нас, благо поспешите нам бо всем, и обитель Твою огради миром и защити от враг видимых и невидимых, да преуспевает и процветает в добродетелях, измины от всякие нужды и тесноты, от лютых болезней и от нечаянной смерти, и приведены ко истинному покаянию при исходе и жизни сия, и спроси нам у Господа Бога кончину, мирно, безболезненно, непостыдну, святых тайн причастну, и приведены через мытарство воздушные, да не похитят нас истязатели грозни по грехам нашим, но да Твоим заступлением и помощью возможен безбедно пройти истязание воздушное, и милость получите, и пристати неосужденно страшному престолу, и на страшнем судище сподобитеся одесную стати праведного судьи, и наследовать и праведных часть». Ей, Госпоже, Всечестная Мати, преподобная Ефросиния, помози нам молитвами Твоими, огради нас и заступи от всяких козней вражих, да сподобимся прийти время жизни сия непреткновенно и спасение получите молитвами Твоими у Христа Господа, игоже и сподобимся пить и славословите со безначальным Отцем и со Святым Духом во веки веков.